всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости Дома 2. Чтобы всегда быть в курсе событий телепроекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Проект покинул новенький Георгий Габо, который приходил к Кате Гужвинской. Его еще даже не показывали в эфирах. Саша Гозиас сильно ревнует своего парня Костю Иванова. Она уверена, что Катя Король, Саша Харитонова и Алена Юдина флиртуют с Костей. Она поругалась с девушками, обозвала их крысами. Участницы были возмущены таким поведением Саши. Они все в один голос уверяют, что это Костя открыто с ними флиртует, а не они с ним. Ему явно не хватает уважения, заботы и страсти в отношениях. Но Саша Гозиас уверена в чувствах Кости. Она пишет: «У нас все хорошо, я очень хочу быть с этим мальчиком и пытаюсь себя перестроить на любовь». Саша Харитонова рассказала, что их зарождающимся отношениям с преподавателем Саидом Нигматуллиным пришел конец. Вот и закончилась история, которая даже не успела начаться. «Вчера я поставила точку, Саид не является участником и никогда не станет им. У него своя жизнь, и все сплетни Дома 2 его мало интересуют. Он замечательный человек, прекрасный мужчина. Спасибо тебе за все». Николас Карапанайотидис рассказал о том, что стало причиной их ссоры с Таней Кузнецовой. Ему не понравилось, что она стала запрещать ему выезды по делам, стала проверять телефон Николаса, а затем она и вовсе приревновала парня к Тате, после того, как Николас поцеловал Тату в губы во время игры в бутылочку. Николас пишет: «После этого Таня поднялась в нашу комнату и стала выкидывать из нее вещи. Я затащил ее в холодный душ, в итоге была потасовка. Сейчас мы в ссоре, но думаю, в ближайшее время мы все-таки помиримся». Также стала известна причина расставания Алены Юдиной и Дениса Козловича. Денис ее бросил после того, как узнал про нее кое-что. Алена предлагала заняться сексом втроем Илье Ебарову и Косте Иванову. И Саша Гозиас, девушка Кости Иванова, тоже пришла в ярость и пообещала отомстить Алене. Но Алену это не напугало, она продолжает дальше завоевывать репутацию самой доступной девушки на проекте. Марина Африкантова и ее мама еще находятся в Дубае. В общении с поклонниками Татьяна Владимировна проговорилась, что после возвращения в Москву она вернется не на поляну, как думали многие, а домой, к мужу. Она боится лишиться семьи, и действительно, какой муж выдержит такую долгую разлуку? Также Татьяна Владимировна рассказала про размер зарплаты Андрея Чуева на Доме 2. По ее словам, ее несостоявшийся зять никогда не откажется от денег, которые он получает как участник проекта. Его зарплата намного больше, чем у остальных, она превышает 100 тысяч в месяц. Бывшая участница проекта Кристина Дерябина кардинально поменяла имидж. Из брюнетки она превратилась в блондинку. Поклонники считают, что она действительно стала выглядеть намного лучше, чем раньше. Кристина тоже довольна результатом, о чем она и написала в социальных сетях. «Вау, теперь я Барби! Сколько усилий и стараний, но мы этого добились». Кроме того, Кристина на днях себе поставила виниры. Раньше у нее были прокуренные желтые зубы, а теперь она может смело демонстрировать свою улыбку. Девушка озвучила цену процедуры. По словам Кристины, каждый винир обошелся ей в 25 тысяч рублей, и это со скидкой. И поклонники подсчитали, что всего Кристина выложила около 300 тысяч рублей. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!